процедура проводится в этом кабинете? Эта процедура называется, установка называется магнитотурбатрон, проводится воздействие на человека вихревым магнитным полем. И какова продолжительность? Продолжительность в зависимости от нозологической формы заболевания по программе от 10 до 30 минут. Сколько обычно назначают клиенты процедуру для достижения определенного эффекта? Ну, для достижения определенного эффекта бывает достаточно и 5 процедур, фактически как бы на профилактический результат направленный. А на что направлена данная процедура? На каких вот условиях она назначается? Фактически противопоказаний к данной процедуре нет, кроме беременности и недостаточности кровообращения, заболеваний сердечно-сосудистой системы, я имею в виду заболеваний крови и наличие инородных тел в теле, то есть включая там после протезирования. А показания, значит, очень широкие, начиная с заболевания опорно-двигательного аппарата, психосоматические расстройства, заболевания нервной системы, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, заболевания органов пищеварения, органов дыхания, заболевания желез внутренней секреции, сюда включаются заболевания сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и гипоталамический синдром, а также заболевания мочеполовой системы и соединительно-тканной, то есть это опорно-двигательный аппарат. И данная процедура также помогает поднимать иммунитет. То есть эту процедуру можно в профилактических целях, да, применять? Да, как в профилактике. Скажите, пожалуйста, пользуетесь популярностью данной услуги? Данный вид услуги очень пользуется популярностью, потому что из тех перечисленных нозологических форм они фактически у нас все 100% проходят. И даже в данную программу включаются женщины, у которых есть диффузная мастопатия. Поэтому они все проходят заслуженный практический курс. Спасибо вам большое за это.